В данное время правоохранительные органы проводят необходимые профилактические мероприятия по обеспечению безопасности граждан. В частности, сотрудники контролируют обстановку возле торгово-развлекательного центра «Рио». Прохожих просят обходить центр стороной. Ко всем, во все классы пришел зауч и сказал, что все мы из школы выходят, что-то случилось, мы все ушли. Он сказал немедленно покинуть школу. В районе 11 часов торгово-развлекательный центр «Рио» был оцеплен, эвакуированы школьники из ближайших учебных заведений. По сообщениям федеральных информационных агентств, волна анонимных сообщений на данный момент затронула 12 регионов России. Правоохранительные структуры просят жителей Тамбова соблюдать спокойствие и выполнять законные требования. Лица, причастные к данным преступным проявлениям, устанавливаются.